сразу врубая музыку, чтобы отсечь угрюмых людей. Кто на позитиве, остается и смотрит видео. Всем привет, это Майер. В общем, канал у меня любительский, где я делаю разные эксперименты. Делаю, что хочу и как хочу. А хочу я сегодня сделать вот такой, взять вот китайский замечательный индикатор напряжения. Обычно его ставят шуруповерты. Вот. Но беда в том, что они есть 3S, 4S и 6S. 5S я не встречал. И у меня был вопрос, как-то давненько я его что-то отложил на потом. Значит, от зрителя или подписчика, как их переделать на 5S. В общем, вот эту задачу я сегодня и ставлю. По идее, все переделывается. Нет ничего невозможного, за это я берусь. Если видео я выложил на канале, значит, это уже аксиома. Все опробовано, и повторяйте, не бойтесь. Кому интересно, тот продолжает смотреть, но кому не интересно, как бы не суть. Так, припаял я проводки. Значит, сверху минус, снизу плюс красный. Сейчас сразу проверим, что... Новый должен рабочий быть индикатор. Так, на лабораторнике у меня сейчас стоит 24 вольта. И перепулюсовку сделал. Хреново. Но при этом все работает. При этом работает. Вот-вот. Можем уменьшать, видите. Индикация есть. Перепулюсовки не страшно. Ладно, убираем лабораторник. Отключаем его. Теперь что мы сделаем? Сейчас будем вот эту плату маленько демонтировать элементы какие-то. Так, берем нашу третью лапу. И вот это дело мы сейчас отпаяем с платы. Так, лупу еще надо себе с подсветкой смастерить. Интересно, пишите. Свои идеи предложите. А вот это нам надо отпаять. Чтобы качественно отпаять, надо всегда немножко флюса добавить. Так, ну это много, конечно, я флюса шибанул, но потом отмоем плату. Так, включаем. Держи мне перед мордой. Держишь? Все, молодец. Так, держи. Хорошо держишь, молодец. Смотри. Света только мало. Так, ты молодец, хорошо держишь. Держи, держи, сейчас. Так, по-моему, отпаял. Подожди, держи. Держи, не тряси. Так, все, отпаял, убирай. Все, свободен. Так, разглядим получше, что мы тут отпаяли. Лишнего ничего, надеюсь. Да, в принципе, мне кажется, нормально. Ничего лишнего не отпаяли. Остальные элементы вроде на месте. Теперь берем два резистора. Бэушные. Сейчас проверим их сразу, насколько они килоом. Так, на 100 килоом. Так, а посмотрим, отпаяли, насколько килоом. Ты где? Вот он. По-моему, на 70 килоом. Так.
Сейчас мы это дело, значит, выставим на 70. И от него начнем скакать, так скажем. Ну вот, 70 есть. Так, теперь надо это дело как-то впаять, умудриться сюда. Так, берем наш самодельный паяльничек. И убитый аккумулятор. Ну, для паяльника пойдет. Так, прогрев пошел. Ну, теперь надо, ребятки, это все умудриться сюда аккуратненько прилепить. Получится или нет? Так, видео скучное, затянутое, я вас понимаю. Но надо терпеть. Чтобы идею воплотить, не так все просто. Нужно и попотеть. Несколько раз, может, даже придется припаять, отпаять. Что же дело такое? Гарантий-то никаких, что что-то получится в итоге. Ну, кто ничего не делает, у того вообще ничего не получается. Поэтому будем пробовать, пытаться, несколько раз пытаться. Так, пробуем, пробуем. Так, 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 40 девок, 40 срак. Так, ребята, ребята, что-то у нас тайм получаться стало. Так, значит, мы какие хотим параметры? Давай. Так, ребята, уже победа близка. Так, выставляем, значит, на лабораторнике 21 вольт. Это у нас напряжение, при котором полностью аккумуляторы заряжены. 5S банки БМС. Кстати, кто не видел видео за БМС, можете по ссылке посмотреть на канале. Есть такое видео. Так, да вообще много чего о шуруповерте есть. Вернее, мало видео, но много информации полезной. Теперь смотрим. 21 вольт выставляю. Начинаю поднимать, значит. То есть опускать килоом. Так. Так. Вот это у нас получается 21 вольт, полностью заряженный аккумулятор. Вот что трудно китайцам было на 5S вот такой индикатор сделать. Ну, сделали они там 4-5 видов, ну и сделали бы 6 на 5S. Это всего лишь один резистор перепаять и все. А теперь нам сидеть вот это мучиться, паять. Переделывать их. Ну, возможно, в принципе. Вот я взял первую попавшую на 6S. Ну, они бывают 4S. Вот у меня есть вот на 4S. Немножко они отличаются по форме. Вот. И тут вот нет вот этого стабилизатора или чего тут нету. Но также он работает. Ну, видим 21 вольт. И давайте чуть-чуть, значит, упало напряжение. Вот, до 21. Так, не, значит, еще подымем чуть-чуть. Чуть-чуть подымем. Вот так. Вот смотрим, 21 вольт у нас заряжен, да, аккумулятор. Смотрим, наблюдаем, вот здесь вот еще. И начал, значит, у нас батарейка падать. Напряжение при 20 вольтах
Одно деление упало. 18,6 второе. 17,8 третье. И 17 вольт последнее. Вот. Нижний порог. Ну и все, дальше аккумуляторы у нас заряжены. Вот 18 вольт это половина. 19 это три четверти. И полностью заряжены вот 21 вольт. Так, ну и тем людям, которым действительно это интересно, и кто хочет это дело повторить, сделать, значит, имеет вот такие индикаторы, или по ссылке под видео пройдут, посмотрят, сколько это стоит, а стоит это недорого, купят, через 2-3 недели придут, переделайте и поставите в свои самоделки. Кстати, я все покупаю с EPN, ну буквально все. И много на этом сэкономил. И не важно, что это за магазин, AliExpress. Тысячи магазинов поддерживают EPN. Где бы вы ни покупали, везде идет скидка с EPN. Если какие-то трудности у вас или какие-то вопросы, всегда пишите, всегда всем отвечаю. Буквально в этот же день. В общем, был 70 килоом, стал 42 килоома. Вот и вся разница. На 40 килоом ставьте резюк, и будет вам счастье. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, отправляйте друзьям ссылку, подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте бубенчик. Смотрите, уже сотни видео в этом году я выложил. Все, я считаю, интересные и полезные для вас. Везде лайкайте. Не только под это видео, под все видео лайк. Это поддержать меня. А я вам буду снимать новое видео. Всем пока.